прошел дождик. Все равно даже идет еще. Еще капает немножко. И так приятно находиться. Не жарко и не холодно. Свежо, пахнет мокрой пылью. И мы идем. Сегодня у сестры день рождения. Будем задувать свечки. Привет! Как ты говоришь? Привет, девочки! Привет, девочки! Салям кызлар! Это он делал. И, в общем, да, идем задувать свечки. И есть тортик. Как обычно. Сегодня бабушка испекла. Я отошла от этой традиции немножко, потому что у меня много дел, и я не успеваю. Поэтому, да, теперь семейные праздники и тортики печет снова бабуля. Целый месяц не была в Ушаке, и он прям поменялся, стал такой более зеленый. Ну, естественно, лето. Прям очень. Но, как сказать, я даже соскучилась. Я приехала сюда и почувствовала, что вау, я дома. Мне здесь по кайфу, мне здесь нравится. Далеко не идеальный город, далеко не самый лучший турецкий город. Вообще далеко не самый лучший. Но какой-то он родной стал. И я понимаю, что в принципе здесь очень много плюсов. Это, например, дети спокойно могут гулять. Как бы это не такой большой город и не страшно. То есть под присмотром, естественно. Но как-то, знаете, преступность меньше развита здесь в этом плане, гораздо спокойнее, как я могу тоже гулять вечером, ходить на спортивную прогулку свою в парк, когда уже темно и прям там очень много людей, все занимаются спортом, поэтому, ну, в общем, много плюсов, то есть город спокойнее, город добрее, люди друг друга не то чтобы знают, но, по крайней мере, как-то ближе, вот, нету такого, что вот все чужие и прочее. Вот, и я решила, так как у меня не получается каждый месяц ходить на спорт, то кто я заболею, то что-то там, то уезжаем, то еще я буду, в общем, хотела сразу велосипед покупать себе домой, но решила все-таки остановлюсь на беговой дорожке, потому что я люблю ходить, вот, но оставлять Павла и муж, что поздно возвращается с работы, и мне надо Павла и везти к бабушке, потом бежать в спортивный зал. Спортзал наш переехал подальше. Здесь мороженое, так классно, здесь прям лампочки. В общем, спортивный зал переехал, поэтому мне неудобно сейчас стало. Я решила, раз уж зал переехал, вот, кстати, столики прямо на тротуаре. И здесь можно кушать мороженое. Ну, пока еще не очень готово, видимо. Вот, и поэтому раз спортивный зал от меня уехал, значит, я его привезу к себе домой. И сделаю, в общем, куплю беговую дорожку к себе домой. И буду заниматься. Заодно смогу смотреть какие-нибудь видео, либо там, не знаю, читать, слушать аудиокниги и заниматься спортом. По-моему, это лучший вариант на данный момент. Вот так. Капельки на камере уже водичка накапала. Вот мы пришли. В общем, видите, как быстро. 2 минуты, и мы у мамы. Это там мы пришли, он кричит. Кто первый нажал? Я. Ты? Ты чемпион? Hello.
реально, камера добавляет килограмм, я это вижу. Как-то. У меня явно не получится. Фотосессии. Сарон. Лифте. Это не мое. Тут побоян, тут термо дробей. Сарон, здесь где? Оп, где? Масса да верим, тепси да верим. Hasan'ın üstüne sığmaz 40 tane. Tamam, bir tane. Hayır, sarıyor, bozuyor. Tamam, bir tane. O kadar kısa. Tamam, bir tane. Ama sen gitti oraya. Ben de sıkıyorum. Bence bir tane istiyorum. Hayır, benim bir tane. Gel, fotoğraf çekelim. Sen gel. Bir de sen de çekelim. Gel. Sen üstü. Tamam, gel. Sen kıyam. Abi sen de gel, sen kıyamalım hep. Gel. Gel şuraya, gel. Красота какая. Паста чок генички. Мыслах были не сегодня были. Супер. Взяли? Thank you.
Будешь танцевать? Я видео делаю.